245 роум-джамперов из Бразилии одновременно прыгнули с моста высотой 30 метров. Всего в проекте приняли участие 400 человек. Прыжок требовал определенной подготовки. В общей сложности было использовано 20 километров троса и 1000 ремней безопасности. Участники прыжка планируют установить новый рекорд Гиннесса. Предыдущий тоже был установлен в Бразилии весной прошлого года. Тогда с моста прыгнули 149 человек.